Ровно 40 лет назад мир облетела шокирующая новость. Умер король рок-н-ролла. В ночь на среду поклонники Элвиса Пресли собрались в поместье певца Грейсленд, чтобы почтить память своего кумира. К фанатам присоединились бывшая жена и дочь певца. Поклонников в эту ночь ждал неприятный сюрприз. За вход в поместье им пришлось отдать почти $30. Раньше плату не взимали никогда. Правда, это мало кого остановило. На церемонии побывали почти 50 тысяч фанатов Пресли. Король рок-н-ролла скончался от сердечной недостаточности. По основной версии, приступ случился из-за передозировки лекарств. Пресли был одним из самых коммерчески успешных музыкантов. Но основное его достижение заключалось в другом. Он стал главным символом рок-н-ролла.